очень, я очень рад, что приехал в ваш очень музыкальный город. Потому что первое впечатление, я приезжал сюда, когда еще работал в филармонии, когда еще была старая филармония у вас. Потом последний раз я был в 2012 году, когда у вас проходил международный фестиваль «Джаз Май». 2012 год. Был у вас тур по приглашению филармонии был. Поэтому я считаю, что Пенза очень музыкальный город. Но я вся в том, что саксофон занимает все больше и больше инструмент как сольный. И то, что само исполнение с органом, это как бы его еще больше поднимает его статус. Чем это важно вообще? Поэтому с органом, для меня очень важно играть с органом. Хотя я сам, хоть и преподаю в консерватории, и академически у меня саксофон, но я сам в ряд джазовых фестивалей Европы объездил как джазовый музыкант. Но мне импонирует играть академическую музыку именно с органом. Но сегодня прозвучит не только академическая музыка. Во-первых, прозвучит современная музыка классическая. Ну и пару мы сыграем с ним джазовой композиции. Он не джазовый музыкант, но я его все-таки на это дело подвинул. Мы с ним списались, настоял, потому что я думаю, что в Пензе должно прозвучать несколько таких произведений. Будет очень произведение интересное, обработки американской «Эксперт Чуэлс». Важность всего заключается в том, что эту сложность, то, что орган сам по себе заключает целый оркестр. И переключение регистров отнимает очень много внимания у органиста. Поэтому очень темповая музыка, очень сложно для этого. Но Лука с этим справляется великолепно. Я очень поражаюсь и на его реакцию. Во-первых, он великолепный музыкант, просто его. И как это все это делает, успевает очень сложно. Мы вчера закончили репетиции только в 2 часа ночи, потому что так получилось, он приехал с Астрахани гастроли, мы репетировали, начали репетицию в 11 часов вечера. 2 часа ночи закончили, и в 9 часов не уехали, в 6 встали. Но ничего, все нормально. Музыка, я думаю, сегодня получится, потому что и это великолепные сцены, это великолепный зал. И это великолепный орган, великолепная акустика. Я сегодня порепетировал, я просто был в большом-большом восторге. Сергей, все номера вы вместе будете исполнять? Или там нет, не все, не все. Ну, духовой инструмент немножко нужно давать передышку. Но и потом, действительно, немножко тяжело, звук другой, потому что здесь поддавать приходится как-то чего-то. Но я думаю, все будет нормально, будет интересно. Все. Спасибо большое.